Поведение парней и я – вещи несовместимые. И так каждый раз. Вау, что за красотка! Приветики, я новенькая. Эй, страшилка, а ну в сторону! И даже ботаник Стэн воротит от меня нос. Красивым девчонкам всегда достаются лучшие подарки. Даже не знаю, какой бы выбрать. Ну уж нет. Оу, что это было? А такие, как я, остаются на обочине счастливой жизни. Эбби, очнись! Только не это. Что ж, вот... Как-то так и началась история моей комы. И если бы не моя лучшая подруга Эйприл, не знаю, что бы со мной вообще было. Ну все, довольно грустить. Я же могу извлечь из этого плюс. Например, устроить Эбби бьюти-сюрприз. Салон красоты April Fusion объявляю открытым. И я, пожалуй, тоже поэкспериментирую. Новая стрижка равно новая жизнь. Вот так. О, что-то я увлеклась. А вот и краска для волос. Интересно, какой оттенок получится? О, нет, я похожа на Хаги-Ваги. Нужно срочно это смыть. Да, да, купила новые туфли. Правда, каблук высоковат. Но это не важно. Упс, ой-ой. О, нет, какой ужас. Надеюсь, этот химический состав не опасен. Простите, мисс. Интересно, куда делись ее прыщи? А вот и я. Твое лицо, Эбби. Оно идеально. Ну, или почти. Ничего, мы это исправим. Ну что ж, за дело. Фу, филигранная работа. Вы только взгляните на эту красотку. От старой Эбби не осталось и следа. Ой, мамочки. Ну и ну. На что только не пойдешь. Ради лучшей подруги. Придется немного потерпеть. Да, да, красота требует жертв. Кавабанга! Как больно! Я так рада, что ты вернулась! Эйприл, какая я красивая! Просто фантастика! Ты прекрасна! У нас еще столько дел! Все красотки обожают шопинг! Этот свитер шикарен! Эбби Уильямс, тебе просто необходимо сменить имидж! Это уж точно! Вот, платье из последней коллекции! Оно восхитительно! Хочу его примерить! Вот это моя девочка! Вы только взгляните, какой силуэт, а какой крой! Полный улет! Эй, мои очки! Прошлый век! А вот и цена! Но я не могу себе это позволить! Нет, Эйприл! Я никогда не стану красоткой с обложки глянца! Идея. Вы, наверное, слышали об истории волшебного исцеления Эбби. Точно. Об этом говорили по всем новостям. Решено. Мисс Эбби, все вещи за счет нашего магазина. Ну надо же. Это так неожиданно и приятно. Спасибо, что заглянули. Приходите еще. Мое преображение запустило настоящее волшебство. Я стала видимой. Парни больше меня не игнорили. Ты ее видел? Привет, красотка. Ауч, мой нос. Прости моего неловкого друга. Ботанша Эбби, это ты? Да, это прошлое я. Глазам не верю. А мы твои главные фанаты. Это так мило, ребята. Мне очень-очень приятно. Прямая трансляция с великолепной Эбби Уильямс. Из ботанши в самую красивую девчонку школы. Мисс Эбби, нам пора на урок. Вы настоящие джентльмены. В классе меня тоже ждал приятный сюрприз. Спасибо, мальчики. Мое место вон там. Сбылась заветная мечта. Парни носили меня на руках. Да, детка, так держать. Этот стул слишком жесткий для такой феи, как ты. О, нет-нет, я сам напишу твой конспект. О, внимание, класс. Тема нашего урока. История Эбби. Прошу, мисс Уильямс, расскажите нам о себе и как можно больше. Я принес клубничный коктейль. Признаться, я совсем не привыкла к такому вниманию.
сегодня у нас в гостях несравненная Эбби Уильямс. Кома изменила мою жизнь. В моей новой книге вы найдете всю историю преображения. О, да, я все поняла. Покупайте новый бестселлер в книжных страны. Пожалуй, впаду в кому на несколько часов. Ага. Ура! Наконец-то я красотка. Не терпится увидеть результат. О, ничего не изменилось. Наверное, я недостаточно долго была в отключке. Ну что ж, попробуем снова. Пижамные вечеринки всегда поднимают настроение. Лови, Эйприл. О, это было мощно. Дай пять, подруга. С тобой всегда так весело. Посмотрим, что там новенького в ТикТоке. Ой, смотри, это же ты. И здесь тоже. Ох уж эта популярность. Не минуты покоя. Давай посмотрим мою ленту рекомендаций. Да. Похоже, что Эбби заняла все эфирное время. Забавное видео. И вовсе оно не смешное. Давай лучше посмотрим телевизор. В моей новой книге вы найдете всю историю преображения. Ох, и за что мне все это? Ненавижу. Эбби, стой. Спокойствие. Только спокойствие. Вот так. Дыши глубже. Да вы издеваетесь. Вау, там твое имя? Откат. Оказалось, не каждый может справиться с популярностью. Что там за шум? Мама Мия! Только этого мне не хватало. Эбби, мы тебя любим! Ты лучше всех! Обожаю тебя, Эбби! Спускайся к нам! Ну уж нет, фанаты фанатами. А водные процедуры по расписанию. Эбби, дай нам автограф. Нет! Отстаньте от меня! Это становится невыносимым. Даже в собственном доме. Эбби не чувствует себя в безопасности. Эй, Прил, помоги! Лучшая подруга уже спешит на помощь. Вот так, еще немного. Вылезай скорее. Уже можно. Спасибо. И что бы я без тебя делала? Последней каплей стал тот злосчастный день в школе. Кажется, пронесло. Упс. Вау, это же Эбби Уильямс. Точно, наша Эбби. Скорее, держите ее. На помощь. Они уже здесь. Эбби, открывай. Ну же, мы тебя ждем. Не поддается. Думай, Эбби, думай. Я так больше не могу. А это что еще такое? Кажется, это знак свыше. Ну что ж, мир, ты, наверное, уже соскучился по старой доброй Эбби. Мои любимые косички. О, платье совсем не годится. Другое дело. Всем привет! Как дела? Мне кажется, или это не Эбби? Нет, Эбби клевая, а это какая-то ботанша. А ну, прочь с дороги. Ауч! Снова здорово. Эбби? Вот ты где? Ты в порядке, подруга? О да, хватит с меня всяких ком. Сегодня же твой день рождения, помнишь? Точно! С днем рождения меня! Ну что, пойдем за вкусным тортиком? В королевской семье важный день. Вот-вот на свет появится наследница. Нервы на пределе, напряжение зашкаливает. Неужели все? Королева справилась. Красную дорожку принцессе срочно. Она готова править королевством. Дорогой, ты это видишь? Наша малышка, прирожденная принцесса. Привет, Эбби. А вот и твои золотые пеленки. Иди ко мне. Родителям уже не терпится тебя увидеть. Эбби, больше не убегай. Ты такая непоседа. Вся в папочку. Королевство уже не будет прежним. Кашу принцессе? Нет, пеленки и побольше игрушек. Кто-нибудь убавьте звук. И почему принцесса постоянно плачет? Родители к такому не готовились. Оказалось, дети, это так сложно.
сложно. Дорогой, что нам делать? Придумайте что-нибудь и быстро. Королева, попробуйте это. А что, хорошая идея. Эбби, смотри, что есть у мамы. Нравится? Сработало. Принцесса заснула, и ей пора в колыбель. Ура, в королевстве наступила тишина. Но ненадолго. Эбби опять требует внимания. Это землетрясение? О, нет. Это принцессе Эбби не спится. Родителям нужен отдых. Пенни, ты подумала о том же, о чем и я? О, да, Кевин. Дорогуша, ты остаешься за старшую. Госпожа, только не это. О, да, ты это сделаешь. Нет. Но приказ королевской семьи – закон. Теперь всю ночь стоять у колыбели принцессы, а королю с королевой пора спать. Малышка Эбби подросла, и теперь у нее так много увлечений. Например, стрельба из лука. Прямо в яблочко. Ура! Я попала! Это победа! Ой, кто-то идет, надо бежать. Вот здесь уже интереснее. Кажется, прислуге скучно. Давай потанцуем. Ну давай! От принцессы голова идет кругом. Прощай, королевский ужин. Ух ты, как это звонко и весело. Меня тут не было. Договорились. Вперед на поиски приключений. И почему прислуга постоянно крутится под ногами? Только не это. Моя корона. Без нее я не такая красивая. Мам, пап. Родителей нужно звать так, чтобы слышало все королевство. Что случилось, малышка? Эбби, с тобой все в порядке? Эти двое испортили мне прическу. Как вы посмели обидеть принцессу? Вы наказаны. Не хотели со мной играть? Теперь не отвертитесь. Ешьте шоколад. У нас чаепитие. Увы, но принцесса не знает слова «нет». Ешь. Интересно, в королевстве еще много шоколада? Время летит так незаметно. Малышка Эбби уже забыла об игрушках. Теперь у нее на уме одни вечеринки. Эбби, что с тобой? Так, родители, с этой минуты я плохая принцесса. Понятно вам? Все ясно, разговор будет долгим. И чего же хочет юная бунтарка? А, Эбби собралась на рок-вечеринку. Там громко и весело. И принцесса не будет спрашивать разрешения. Ага. Она уже взрослая. Пенни, ты это видела? Девочка совсем отбилась от рук. Приятного аппетита, дорогой. Она скоро вернется. Обещаю. Я вам позвоню. Может быть. Ой, мамочки. А это кто еще такие? За пределами дворца. Не так уж и безопасно. Ты что-то потеряла? О, принцесса, отдай монетку. Чего уставилась? Только не ешьте меня, ладно? Опс, кажется, рок-концерт отменяется. Во дворце намного уютнее. Мама, папа, я вернулась. Я так испугалась. Больше никаких вечеринок. Решено. Дочка, ты больше не плохая принцесса, а хорошая. Договорились, папочка. А у принцессы уже появился поклонник. Он, конечно, не принц, но тоже милый. Эбби, есть серьезный разговор. Пора подумать о наследнике престола. Как насчет внуков? Кто-то должен править королевством. Опять они за свое. Мам, пап, мне некогда о королевстве думать. Какая дерзость. Отдай-ка свой телефон, Эбби. И что в нем такого интересного? Какие-то значки и кнопочки. Родителям не понять, что такое любовь. Повелеваю. Мы устраиваем кастинг женихов. Ты готова, Эбби? Запускайте принцев. Они тебе понравятся, Эбби. А вот и наши кандидаты. Сильные, смелые и богатые. Мечта любой принцессы. Первый принц на сцену. Посмотри, Эбби, он настоящий воин, быстрый и меткий. Упс. Ой,
Не смотри туда, детка. Кажется, один принц выбывает из соревнования. Следующий. Дочка, только посмотри, какой он богатый. В твоей коллекции будет 1000 корон. Но богатство Эбби не интересует. Этот принц не годится. Следующий. А этот принц настоящий кулинар. С таким не проголодаешься. С меня хватит. Не нужны мне ваши принцы. А как же свадьба Эбби? Ох. Родители не обрадуются, что Эбби влюбилась в обычного парня. А вот и он. Эбби, привет! Надо рассказать Деннису правду. Скоро Эбби выйдет замуж за принца. Ну уж нет, Деннис этого не допустит. Есть одна идея. Нужно заказать Бургер Кинг. Срочно! Доставка в королевстве работает отлично. Что у нас здесь? Картошка, кола. Это все не то. А, вот она, картонная корона. Ну, и чем не принц? Эбби, никуда не уходи. Я сейчас. Эвин, не все потеряно. Мы обязательно найдем для Эбби подходящего принца. Так вот же он. Настоящий принц. Умный, веселый. А главное, с короной. Кевин, мы его нашли. Нельзя откладывать веселье на потом. Играем свадьбу прямо сейчас. Эбби и Деннис, объявляю вас мужем и женой. Долой картон. У Денниса теперь будет настоящая корона. И Эбби не останется без подарка. Вау, это же мамина корона. Дочка, какая же ты у нас красавица. А ты... смотри у меня, без глупостей. Да шучу я, сынок, пора есть тортик. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В королевской семье будет пополнение. Кевин, улыбнись, ты скоро станешь дедушкой. На носу гендер-пати. Сколько хлопот. Еще ничего не готово. За работу. Воздушные шарики туда. Игрушки сюда. Вкусняшки на стол. Быстрее! Гости почти на пороге. И принцессу не забудьте переодеть. Госпожа, это ваше платье. Голубое или розовое? На прислугу нельзя положиться. Голубое полнит, а розовое слишком стройнит. Не годится. Сейчас только золотой трон успокоит принцессу. Денис, ты где? Денис, подойди. Что случилось, Эбби? Мне жарко и холодно. Грустно и весело. Дорогая, я сейчас все устрою. Это твоя любимая подушечка. Устраивайся поудобней. Так-то лучше. Хотя нет, слишком мягко. Забери ее, Деннис. Дело плохо. Мамочке надо успокоиться. Дышим. Ничего не выходит. Малыш проголодался. Сейчас исправим. Обед принцессе. Приятного аппетита, милая. Срочно уберите. Это... о, воняет. Деннис, малыш хочет сладенького. Это праздничный тортик. Попробуй. Какой он красивый. Нет, не хочу. Забери это, Деннис. Вечеринка отменяется. У меня нет настроения. Упс. Праздник начался раньше, чем планировалось. И у принцессы будет девочка. Только представь, у нас будет прекрасная малышка. Недавно Эбби была принцессой. А сейчас уже королева. И ее ждут настоящие испытания. Мама! Я иду на концерт, и ты меня не остановишь. Кажется, дочка вся в маму. О, да. Иди, дорогая. Мама знает, чем это закончится. Раз, два, три, и дочка уже дома. Мамочка, я не хочу на концерт. Я лучше дома останусь. Молодец, дорогая. Правильное решение. Эбби, почетная бабушка королевства. Пусть внуки занимаются делами. У Эбби есть дела поважнее. Ей еще столько носочков нужно связать. Внуки не должны мерзнуть. У бабушки была такая интересная жизнь.
Она столько всего сделала для королевства. Внуки Эбби ею очень гордятся.